На самом деле вы здесь находитесь только не потому, что вы там где-то юбилей там у кого-то. По большому счету нас объединяет вот этот Коктебель вообще. Я в Коктебеле 44 года. Я туда привез, правда, Сашку, его привезла, его первая жена привезла, Люда, туда. Игорек тоже сам приехал туда. И мы там перезнакомились потом всех Коктебелей уже. Это так получилось, да. Нас объединяет Коктебель. И поэтому, куда бы мы ни приехали везде, в Москву, у нас друзей море в Москве, друзей коктебельцев. Куда? Полно. Если я начну сейчас перечислять, кого только нет. Не только в Москве. У нас полно друзей в Белоруссии, на Украине. Вы знаете, вот когда вот произошел вот этот фильм, мы даже с Сашкой песню эту сделали, да? Ведь вы понимаете, моих друзей от меня оторвали. Их стали называть бандеровцами. Это мои друзья, мы самые лучшие друзья с ними. Какие бандеровцы, какое? То есть, понимаете, просто людей обманывают и все. Обманывают. Своем? Нас вот это... День рождения будет завтра, на самом деле. День рождения завтра. Вот поэтому я только еще готовлюсь. Меня еще здесь не существует. Поэтому я только начал. Дорогому Александру Травину, а также Игорю Мянчику, Александру Лазареву. Саша нас собрал едино. Все теперь, мы, господины, прыгай в воду, шмяк и ты. Вышел сразу воды. Игорёчек, не зевай, нам скорее наливай. За Москву поднимем тост мы и ответно к вам мы в гости. Да, давайте, да. И с лазурью в небес Лазарь в бездну нам залез. А потом в бассейн дельфинов. Фику всяким карантином и крапива нас ждет веник круглый третий год. Поднимайте ваши чаши, они словно щеки ваши, отразятся в них миры и веселые пиры, и все то, что вечно в мире, в доброй Сашиной квартире. Ура! Ну и тогда, друзья мои, еще два туста посвящены. Манафактурщики, но поскольку у нас сегодня спешил клип, мы будем снимать. А у тебя сколько снимать? Вот как раз. Никакого у меня снимать. Ну, по чуть-чуть, сразу много не надо. Два часа. Это еще человек. По-человечески, если за каждый дост приходим. Мы свою мануфактуру пьяных гусениц культуру никому не отдадим. Сами выпьем и съедим. А потом потянем нити, намотаем Питер-Сити, щетки в дамки, будет щелк. Игорек, ты наш главный волк, ты придумал эту фейку, и теперь уж все мы шейхи. Взвились прямо от земли, и теперь мы короли, тянем нити, тащим бабки, множим гусениц мылак, и теперь встречайте, встречаться нам, как нефтяным королям. Мы решим вот это в марте, в Петербурге, не в Монмарте, и на яхте уплывем, в Средиземный водоем. За вас, друзья! Мы!